Яйца на вес золота. Производители предупреждают о риске дефицита яиц. Это связано с ростом издержек. И вот поэтому, как сообщается, производители куриных яиц грозят сократить производство. Спрос на яйца традиционно падает после Пасхи, но в этот раз на птицефабриках столкнулись еще и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости. И вот, как стало известно, некоторые компании в таких условиях задумываются о сокращении поголовья несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции. А вот в Минсельхозе считают иначе. Как подчеркнули ведомстве, текущая ситуация на рынке стабильная и комфортная, а поэтому ждать дефицита яиц на внутреннем рынке не стоит.